Всем привет, это Центр Магнитола. Приветствуем вас на канале Центра Магнитола и рады представить вам следующий наш обзор. Небольшой, как обычно, ролик, который вы досмотрите с удовольствием до конца, я надеюсь. Это о магнитола на автомобиль Mercedes Vito, а также Sprinter Viana. Это магнитола уровня, так сказать, из класса Light, лайтовых магнитол. Она имеет оперативной памяти 2 гигабайта, встроенный диск на 16 гигабайт. Вот основное меню лаунчер. Далее, заходим на рабочий стол. И здесь мы видим, первое, значит, навигация, настройки. И Play Market, с которым можно качать полноценные приложения. Сейчас посмотрим, как работает навигатор. Так, навигатор подключается. Разрешить. Дальше. Разрешить. Вот, несмотря на то, что на экране, на сенсорном экране находится защитная пленка, как видите, он очень чувствительный, сразу моментальный отклик происходит. Дальше, через главное меню мы можем попадаем в радио, флешки. Флешка, кстати, находится вот здесь вот, флешечка в бардачке. Можем смотреть флешечки. Bluetooth, это громкая связь. Второй микрофон, вот он находится здесь. Через Bluetooth можно разговаривать по громкой связи, по телефону. Есть один дополнительный микрофон. Вот здесь находится микрофон. Их вообще два в магнитоле. Вот, заметим то, что это очень благоприятно сказывается на качестве связи, потому что с одним микрофоном пробовали, это, конечно, плохо-плохо. А два микрофона замечательно работают, нареканий никаких нет. Далее, значит, есть видео, навигацию можно также заходить вот отсюда, из главного меню. Ну, в данном случае здесь Google, но можно переобучить, поставить Яндекс.Навигатор. Итак, краткий обзор наш подходит к концу. Рады были представить вам магнитолу на Mercedes Viana. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго, до свидания.